еще до начала переговоров Энтони Блинкен отписался с комиссариата выпада по адресу России. Так что он заявил, что это прорыв, как сегодня мы переговорим. Но, возможно, таким образом, что американская сторона пытается отвлечь внимание от договоренности, которые даже были приняты в нашем примере. Is an invasion likely, as President Biden suggested? Unless the United States doesn't go to Germany again, I don't think so.